Спонсор показа – зоомагазин «Умка». Товары для собак, кошек, грызунов, птиц и аквариумных рыбок. Здесь вы можете приобрести товары в подарок для животных из приюта. Зоомагазин «Умка», проспект Ильича, 11. Этого малыша привезли в приют из Белимбая. Песик еще очень молодой. Волонтеры считают, ему не больше года. Собака может поддержать любую игру, но в то же время она спокойная и незадиристая. Если игра и надоела, то она просто отойдет в сторону. Зоозащитники говорят, такой спокойный пес – идеальный вариант для квартиры. Мальчишечка явно домашний, он хорошо выглядит, он очень любит человеческое общение, человеческую ласку. То есть и на коленочки он может запрыгнуть, и ждет, когда его будут гладить. То есть такой ручной, домашний. А этот бродяжка прибыл из Каменки. Там его подкармливали местные жители, но взять к себе никто не решился. Несмотря на большой размер, собака молодая. Волонтеры говорят, пес свободолюбивый, но сдержанный. С незнакомыми людьми хорошо ладит. Он будет не только отличным охранником в частном доме, но еще и верным другом. Ведет себя как настоящий охранник, то есть очень грозный, подает прекрасно голос. С другими собаками не конфликтует. К человеку присматривается, но тоже никакой агрессии не проявляет. А это Юла. Так волонтеры прозвали эту собаку за ее бойкий характер. Юлу привезли из микрорайона совхоз, где она бегала по детской площадке и играла с детьми. Это насторожило родителей, и они обратились в приют. Собака энергичная, напористая и игривая. Сейчас ей примерно 5 месяцев. Идеальный возраст для воспитания. Как говорят волонтеры, из нее получится отличный охранник и компаньон. Хороший вариант. Для того, чтобы взять ее в частный дом для содержания во дворе, как раз возраст, чтобы заниматься собакой, приучать ее ко всему, я думаю, она достаточно хорошей будет охранницей. Сейчас здесь находится 170 собак. Все они нуждаются в любви и заботе. Двери приюта открыты ежедневно. Вы можете приехать и выбрать для себя любимца. А если нет такой возможности, то можно просто прийти и погулять с животными.